Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про видео Нерью, которое называется «Это вам не битва блогеров, разоблачение». Вы очень часто спрашиваете в последнее время, что я про это видео думаю. Я ничего не мог ответить, поскольку я его не видел. Вот специально для этого я посмотрел его. И теперь отвечаю, что я про все это думаю. Поскольку мое мнение не летает где-то там в облаках, а более приземлено и приближено к обычным игрокам из рандома, то я думаю, это будет довольно-таки интересно послушать. Итак, для начала, про видео Нерью. В принципе, Нерью довольно-таки неплохим был бы ведущим. Нормально он так все рассказал, можно посмотреть. Следующее. Это видео в целом для меня вышло таким образом, что оно просто подтвердило большинство моих догадок, которые просто очевидны, если немного пошевелить мозгами. Сразу было видно, что один из блогеров, который участвует в битве блогеров, очень сильно пиарится и крутится везде. Это Корбин. А другие крупные каналы что-то нигде вообще не слышно и не видно. При этом очень странно, что Корбин все время знает все наперед. Очевидно, что с разработчиками он общается довольно-таки тесно, и некоторые из разработчиков замешаны во всем этом, и довольно-таки дорогие шалости себе позволяют для того, чтобы продвигать одного из блогеров в битве блогеров. Причем бабки эти берутся откуда, вы угадаете? С неба, наверное, сыпятся. Откуда разработчики Wargaming получают деньги? Понятно, что часть наших донатов ушла на то, чтобы заказать всякие рекламы и ролики для Корбина в битве блогеров. Честно говоря, я хочу, чтобы игра развивалась, а не какой-то там блогер куда-то там двигался, он мне вообще не упал никуда. И то, что сказал в самом начале видоса Нерью, что битва блогеров — это грандиозное крупное событие, я вообще так не считаю. Это какая-то просто помойка, которая вообще не несет никакой полезности, ни для игры развития никакого. Это просто инфоповод для того, чтобы хайпануться кому-то там куда-то. Все. Это просто ни о чем. И на это тратится куча бабла. Зачем? Ну, продвинется куда-то там Корбин. Ну, общается он с некоторыми разработчиками. Хотя на куче стримов Корбин хоронит этих разработчиков направо и налево. Если бы разработчики захотели, канал Корбина уже бы прикрылся. Это очевидно, что его канал давно уже крутится рядом с ВГ. Это очень легко проверить. Да и в принципе, я создавал не так давно второй канал себе, поскольку на первом канале был страйк из-за музыки. И на втором канале я довольно-таки жестко на одном из стримов обосрал картошку. И что бы вы думали? Мой второй канал сразу же улетел в перманентный бан, без возможности вообще что-либо даже спросить. Чё да почём? Хуй сосишь жестко картошку, все, твой канал и летит нахер. Тем более, если он маленький и никому не всрался. А вот канал Корбина, поскольку он кому-то там из ВГ нравится, везде крутится, везде пиарится, и везде на все мероприятия Корбин приглашается. Просто потому, что он кому-то там где-то нравится. Они его раскручивают и заказывают дорогие ролики. И на какой черт на это все тратится бабло игроков? В каком месте это развитие игры? Битва блогеров — это просто конченое говно, которое вообще не заслуживает никакого внимания никаких игроков. Битва блогеров — это просто кусок говна настолько конченый, что он не заслуживает вообще внимания игроков. Поскольку компания, которая создает турнир, но нечестный, что это за бред? Какое-то соревнование, где один из кандидатов продвигается нечестными путями. Что это за бредятина вообще? Какой смысл принимать в этом участие? Я бы на месте остальных блогеров просто отказался в этом участвовать и все. И пошла в жопу картошка со своей битвой блогеров. Там нету битвы вообще. Это просто какая-то помойка. И я не удивлюсь, если там куда-то, откуда-то откручивались, прикручивались, перекручивались эти голоса. Все это очень просто. Поскольку сколько раз уже проходили всякие голосования. Вы хотите в игре видеть колесники? Нет, не хотим. О, хорошо, многим понравились колесники, добавляем в игру. Чё, блин, какие голосования? Кто в них верит уже, в эти картошкины голосования? А эта группа ВКонтакте, вот Экспресс. Да сколько раз мы на стриме про это говорили, что уже давным-давно эта группа превратилась в помойку.
Да, она очень быстро выкладывает всякие новости про картошку. Круто, офигенно, классно. Но зачем-то между этими новостями втирают какие-то свои понятия про игру, про какие-то моменты. Причем они чаще всего неадекватные какие-то, упоротые. При этом в этой группе еще некоторые люди пиарятся, некоторые люди там продвигаются куда-то, как Корбин в битве блогеров. Вот Экспресс — это просто место, где можно узнать очень быстро какие-то новости про картошку. Причем новости некоторые, мало того, что они выходят быстрее, чем у картошки, у самой они вышли. Причем в видео на Рью очень хорошо все доказано, что кто-то из разрабов причастен к управлению группы Вот Экспресс. Там появляются новости быстрее, чем у самой картошки. Там постятся новости, которые нельзя сливать, потому что они супер теста. Это просто какая-то бредятина. Что-то каким-то гнилищем попахивает. Где развитие игры? Что за какая-то хрень? Что не патч, то просто картинку в игру какую-то добавили и все. Зато тратятся крупные баблища на какую-то хреноту. Мне просто так обидно, что какие-то не очень добросовестные люди за наш счет наживаются и занимаются какой-то херней. Я проголосовал за Страйка, и мне просто даже не жалко, что я отдал за него голос. Даже несмотря на то, что на VG-радио, когда туда пригласили Корбина и Нерью, говорилось, что голос нельзя будет потом поменять, если блогер не пройдет дальше. А потом оказалось, что потом можно будет свой голос отдать за другого, когда уже этот этап пройдет отборочный. Мне вообще все равно, прошел бы Страйк или не прошел, я отдал свой голос за того, с кем меня хоть что-то связывает. Я смотрел его стримы, мне они нравились, я по ним учился играть. Хоть я уже давно особо не смотрю никого по картошке. Но в этом есть смысл проголосовать за того, кто тебе нравится. Вообще не понимаю, в чем смысл битвы блогеров, если принимают там участие совершенно разного размера каналы. 150 тысяч, 3 миллиона. При этом там честности никакой нет. Мне битва блогеров больше напоминает Игру престолов. Осталось, чтобы кто-то кого-то еще рипнул и кто-то с кем-то почпокался. Можно еще как в Доме 2 костерчик там где-нибудь лупануть, и пусть они вокруг него бегают. Можно еще их свозить на необитаемый остров, пусть побегают там. Такая билиберда, просто забей. Ну и не могу не отметить, что в тех примерах, где Нерью все показывал, мелькала реклама Twitch Prime, который почти все рекламируют. Где там, ну, поскольку они продают, я не смотрел даже, по 100 с чем-то рублей или по 100, которые они покупают рублей по 30 и перепродают. И на этом все блогеры навариваются. Мне уже противно просто вообще даже смотреть этих блогеров, это просто пиздец. Короче, что я хочу сказать. Видимо, пока такие люди работают в ВГ, все так дальше и будет катиться. Вот и все, что я могу вам сказать. Вообще, я хотел снять видосик про заслуженную награду, но в принципе... это будет, наверное, следующий видосик. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока.